Всем привет, и с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотела поговорить о новой игре от создателя Cadware Rob. Вот, эта игра представляет себе достаточно интересную аркаду. Игра называется King of Thieves. Король воров. Вор королей. В данной игре мы будем бегать по различным уровням и воровать различные драгоценности. Вот наша комната, в которой у нас, как я понимаю, хранятся все наши сокровища, да, которые мы будем постепенно собирать, они у нас будут накапливаться. Также у нас могут на нас напасть и поэтому и украсть наши сокровища, поэтому мы ставим определенное количество ловушек располагаемых, и можно также их улучшать. Давайте непосредственно перейдем к самой игре. Игра достаточно прикольно сделана, и сама реализация очень-очень оригинально реализована. Мы нажимаем так, вот выбрали уровень. Все, как осуществляется у нас управление? Во-первых, мы нажимаем на дверь, и мы должны ее взломать. Тапнем, раз, и все, мы ее открыли. Вот наш воришка. Как мы вообще передвигаемся? Мы тапаем, и наш воришка бежит автоматически. Да, влево или вправо. А когда мы тапаем, он у нас отпрыгивает. Но имейте в виду, что вы можете попасться под эти ловушки, да, которые вам расставили такие же воришки. Вот, и поэтому надо избегать их. И таким образом мы проходим до конца уровень и находим сундучок с золотом, который берем себе. Вот. И вот так мы будем проходить. А как вы видите, дает определенное количество звездочек. Это за скорость прохождения, за многое другое. Вот я заработал второй уровень. Мне игра нравится очень красивой графикой. Прям вот в таком же стиле сделан, как Cadware Rob. Вот. Также будут различные попадаться монстры, да, которые будут на уровне. Их надо тоже избегать, а то вы, к сожалению, вот так вот будете запарываться. Вот так перепрыгнули. И легко и просто мы сейчас соберем второй сундук и опять заберем эти денежки себе. Денежки, золотые эти вот монетки. И вот так будем проходить. Игра на русском языке. Это очень-очень тоже мне нравится. Также мы можем с вами различные кристаллы улучшать. И можем вставлять их в драгоценный тотем. И вот так вот, так сказать, прорабатывать. Можем также ускорить ритуал. Но для этого нужно определенное количество специальных кристалликов, которые мы будем зарабатывать. Вот, все, видите, различные подсказки возникают, все очень так красиво реализовано, детям понравится, думаю, взрослым тоже. Вот, и так будем проходить уровни, очень-очень много, я вам скажу, дофига уровней, потому что когда в начале игру показывали, там показывали вообще сверху, там, не знаю, больше 100 уровней, наверное. Также, видите, различный набор ловушек, которые мы сможем с вами приобретать. Вот, и можем улучшать эти ловушки, делать еще их круче и интереснее. Вот такая интересная игра. По поводу плюсов, конечно, графический стиль мне очень понравился, очень красиво реализован. Русский язык, все интуитивно, удобно управляем, все на высшем уровне. Такой компании крутой. Вот. Ну, минусов в данной игре я не заметил. А, она требует постоянного доступа в интернет. Вот это я, как я считаю, минус очень-очень такой глобальный. А так игра достаточно интересно реализована. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилась данная игра, и оставить обязательно комментарий. С вами был великий и ужасный Андроид Андроидыч. Всем пока, до скорой встречи.